Они все уже победители, лауреаты муниципального этапа конкурса «Воспитатель года». Сегодня они собрались в ГГТУ, чтобы представить свою работу на суд уже областного жюри. Каким должен быть современный воспитатель, что уметь, какими качествами обладать? У каждого участника свои ответы на эти вопросы. Человеческими качествами должен любить детей, любить свою работу, и все будет хорошо. Сегодня воспитатель должен быть молодой, креативный. Молодой не просто по возрасту, по физиологии, а просто молодой душой, креативный, двигаться вперед, не стоять на месте. Этот человек должен быть открытым, позитивным, в чем-то даже неутомимым и, конечно, высоким профессионалом. Потому что современный воспитатель – это человек, который всецело отдает себя детям и своей профессии. За плечами каждого конкурсанта большой педагогический опыт. Орехово-Зуевский округ на конкурсе представляет воспитатель детского сада номер 20 Наталья Бутурля. Моя изюминка в изготовлении дидактического пособия для детей раннего возраста. Это набор дидактических игр, с которыми мы играем и развиваемся. Конкурс проводится в несколько этапов. Сперва педагоги расскажут жюри о своей работе, проведут мастер-классы. По итогам этой части соревнований будут выделены 10 номинантов. И после этого состоится уже профессиональный разговор. Его будет проводить доктор педагогических наук Алексей Александрович Майер с педагогом, совместно они его проводят, которая стала воспитатель года России от Московской области 2019 года, Шлемко Анастасия Ивановна. Они проведут профессиональный разговор, и тогда жюри определит пятерку лауреатов. Имя же главного победителя областного конкурса «Воспитатель года 2020» назовут ближе к профессиональному празднику педагогов.